Доброе утро! Сегодня на завтрак сыр в слоеном тесте. Это любимое утреннее блюдо французов. Такой сыр можно готовить с различными специями, запеченным картофелем, грибами и даже с брусникой. Для его приготовления нам понадобится сыр камамбер, слоеное бездрожжевое тесто, чеснок, мука, куриное яйцо и кунжут. Зубчик чеснока моем, чистим и нарезаем пластинками. Сыр освобождаем от упаковки и срезаем у него крышечку. На сыр выкладываем чеснок, посыпаем небольшим количеством розмарина и черного перца. Закрываем сыр сырной крышечкой. Затем раскатываем тесто. Толщина на ваш вкус, но слишком тонко лучше не раскатывать, так как оно может порваться во время запекания и сыр вытечет. Выкладываем сыр на тесто. Заворачиваем края теста на сыр и немного его прижимаем. Смазываем сыр в слоеном тесте взбитым яйцом и посыпаем кунжутом. Выкладываем форму для запекания, застеленную пергаментом, и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 25-30 минут. Готовим до золотистой корочки. Даем сыру в слоеном тесте немного остыть. Тогда его будет комфортно и есть, и нарезать. Сочетание солоновато-нежного сливочного камамбера с кисловато-сладким ягодным соусом и хрустящим слоеным тестом – это действительно вкусно! С таким блюдом у вас получится идеальный завтрак. Приятного аппетита и хорошего дня!